Опять за немцев, опять эта карта. Вы, тебя хорошо получается. Нет, я, у меня просто уже переутомление. Я хочу пить и открыть окошко. У меня что-то душно и... Так. А Никитон там только, ох, вздыхает он. Такой старпер такой. Уходите в другую комнату. На понятно. Да это вы уходите. Мы уходим. Я здесь власть. Не, ну если Коля там, то я тут, блин. Не знаю, блин, опять на этой карте красоты. Играй, Серега, играй. Какой ты Никита все-таки. Я так думал, хоть отдохну чуть-чуть. Вот просто. Урод, гад, сволочь, тварь. Женя поел. Все поели, один Серега не поел. Я даже не попил сейчас даже. Даже не попил. Ужас. Не знаю. А потом спрашиваем, почему Серега не выходит два дня на связь. Ну конечно. Меня сначала так по полностью выжмут на два дня, а потом говорят, ну что ты там не заходишь. А еще мне нравится, как Женя такой говорит, я не боюсь против Дениса играть. И играет такой против тебя, а я с Денисом. Я говорю, ну и где? Тогда почему я-то играю против Дениса? Вопросы. Ну, сейчас будет жопа. Вот сейчас он встанет и будет жопа. Во, Серега с Игорем. Вот это я понимаю. Иди нахуй. Ой, извиняюсь. Блин, ну что ж ты портишь все стрелы? Извиняюсь. Вот этот надо занимать. Сейчас же Коля будет опять пробовать эту свою тактику. Ой. А я буду делать пленку, например. Ну, как только он поедет делать свою тактику, тогда только тут поеду, иначе я не хочу рисковать сейчас. А я как Волкин буду использовать. Да что ты со мной так? Иди отсюда. В смысле? Я сказал, иди отсюда. А, о! Да, а, ну да. Он не пошел. Блин, вот у тебя... Так кто? Да, все, он пошел в ту тактику. Он в той тактике, Сергей. Вот. А, сумка. Ой. Что такое? Ну, потому что... Потому что... Я не готов сейчас к этой игре следующей. Я на Никите всю энергию отдал. Да ладно. Да? Что он сел? Это правда. Игорь уже все, видишь, отдал также точку. Как так? Игорю просто нужен бинг-чиллинг, и все будет нормально. Да, Игорь? Ага. Ну что ты? Мы не выбьем его отсюда уже. Вот сейчас я уже в это не верю. Абсолютно причем. Второй раз я это не выдержу. Да перестань. Нет, ну тут это точно. Ну блин. Ну чё, кто? Давай, Серёг, давай. 1-8 воздушный корпус. У нас даже ничего нету. Построил. Mm.
Ушел восьмой воздушный? Не-не, я не могу, у меня нет очков. Если бы я мог. Я лечилку делаю, ты не качай лечилку. Ой, Никита, ты ушел есть? Ну вот я же это уже иду. Что-то я чувствую себя... А куда ты можешь пойти? Очень уставший. Да перестань, ну я тебе говорю, просто не чувствую так, что я, блин, вот, сейчас готов к этой игре. Это меня вот больше всего волнует даже. Ну сейчас я это... Возьму шурму и приду. Ты покушаешь. Лечилка готова. Тебе станет лучше. Ну, держись, пока он у нас все забирают. То есть за счет того, что ты воюешь вот здесь и вот здесь, это очень хорошо. Это очень хорошо. Главное, не помирай совсем. Ай, блядь, мой пехот убили. Пехотка. Вам. Не протягивай, студио. Ну, за топливо. Держите в танке, что дорогие. Да, все сейчас будет. По возможности можешь купить топливо. Ох, господи. Какая нужна фаза? Я укреплю топливо. Второй фазе. Сложный момент. Я укрепил свое. Дело не в этом, понимаешь, в чем дело? Мы же просто могли взять эту точку сразу. И этого просто ничего бы не было. Понимаешь? Я почему не стал что-то такого? Потому что, когда игра на упреждение, мы бы сейчас вообще сразу их тактику загубили. Просто изначально. Но я не стал этого делать, видишь. Снимает все тут. Все точки снимают. Игорь, не тем увлекаешься, абсолютно не тем. Понял, понял, уже иду. Вот, все наши ресурсы, их сейчас забирают. Ай-яй, Игорь, как не стыдно. Иду. Здравствуйте. Одну шурму в сырном. Да не, ну давай просто переиграем, возьмем эту точку сразу, и все будет закончено. Нормально. Давай просто, пусть он попробует эту тактику, мы просто возьмем эту точку, а дальше пусть он сам как хочет играет. Вот и все, без проблем. Да, я понимаю, да.
Ну, просто, ну, я сразу изначально, я же Игорь сказал, говорю, давай, Игорь, давай, он пойдет опять на эту точку. Игорь, ты даже на нее не пошел. Я понял. Ну, даже можно было просто, даже если бы мы ошиблись, это было бы все фигня. Абсолютно. Одна ошибка, и вы ошиблись. Нет, это была бы фигня в том смысле, даже если бы мы взяли эту точку, мы бы ресурсы получили, а он бы уже не встал. Куда бы он встал, это уже его проблема, но он не встал бы на эту точку. То есть это игрой-то нельзя назвать был. Сразу бери, она к тебе, а я туда дальше иду. А что случилось? Да ничего не случилось, просто Коля поэкспериментировал. Ну давайте, заходите. Все, сейчас сыграем. Эксперимент удался, можно сказать. Просто я уже говорю, изначально был не настроен, я немножко уставший был. Но давайте, я согласен. Вот сейчас я напрягусь и сыграю. Все, окей, давай. И сильно, Серег, не напрягайся. Ой, ну а что ж, Дев, ну они же хотят, чтобы вы все хотите, чтобы я сильно напрягался. Ну пошли на Малимуну. Нет, на этот. Без проблем. Мы сейчас один раз выиграли, сейчас еще раз выиграем. Сейчас почему-то вышло. Ну это я вышел, потому что я был не настроен на эту, а Игорь меня не послушал. Все окей, без проблем. Заходите. Сейчас воды выхлебну. Игорь. Ты чё на меня быкуешь, Игорь? Приятного аппетита, говорю. А? Приятного аппетита, говорю. А я еще не кушаю. Игорь хочет бинг-чилинг, я так понимаю. Игорь, нам не нужны те ресурсы, если у нас нет своих Хорошо. Ресурсов. Я тем более, понял. Когда я он все, залег. Я все понял. Ну что они не жмут? О, еще будем тормозить. Он все равно машину поставит, скорее всего, в центр. Он ее даже может на пустую точку поставить. Просто он уже решил, что он будет так играть. И он будет так играть. Он эту точку с собой. Будет пытаться снять. Это тоже там момент такой. Но это, в принципе, то же самое, как на Малиме он делает. Как мы его собьем, как вот с Никитой тогда было, все, на этом игра закончится сразу. Главное, когда пойдет у нас бомбежка там и всякие арта, надо просто вовремя снести его штаб. И все в одну точку. И обезопасить себя с фланга от Матильды. Хотя бы мины положи. И не одну желательно. Где, например, мины поставить? Ну, это потом, в более поздней игре, когда вот здесь вот там будет. Чтобы она сюда не проехала и не сломала тебе ничего. Ты опять не туда скинул. Ну, Игорь! Ну, договорились же, ну... Я кинул их. Вот сюда. Ладно, я возьму. Все, понял. Я кинул их вот сюда. Иди сюда, вместе идем, потому что тут надо всем закрепиться. Просто это. Сейчас Коля придумал эту тактику. На нее за 5 секунд можно придумать эту антитактику. Но другое дело, что. Тем больше. Если он сейчас не будет играть этой тактикой. Да, он не играет этой тактикой. Все. Двигайся дальше, смотри, где он там сел. А, он здесь вот, на пустой точке. Может, он сюда садится? Они оба здесь. Оба здесь. Да, иду. Да, он садится сюда. Так.
Штаб перевозится, он отступает к штабу, все то же самое. Ящик. Я... Отлично. Гранат туда покидай. Управляйся и вперед. Да. С меня лечилка. Здесь не очень хорошая точка у пулемета. Сразу двигаемся вперед. Вот этим пулеметом. Он переезжает. Ладно, фиг с ним, переезжает. Давай вот этого. Да. Здесь мой пулемет без дела. Это закрыт. Я прикрываю. Отлично. Вот этот пулемет. Вперед. Угу. Белым еще хороший, хороший гранатик. Ну все. Что и требовалось доказать. Что случилось-то опять? Победили. Ну просто победили и все. Да ладно. Да за 5 секунд, я же тебе сказал. Что, вас победили? Мы победили. Вы победили. Ну конечно, я же сказал, сейчас опять сделаем. Николай, кому-то не интересно. Он предлагает ему. А не класс. Я же тебе сказал. Вот так это делается.